who it is the best in the biz. Ever be alert, cause they checking for the kid. Hennessy, yeah, I bet, just doing what I do. I'm bored with your games, I suggest you get a clue. Yeah, it's like they never knew, I can spit it so precise. Bet that I'm all up in their head like lice. I'll never take it back, I ain't taking your advice. And they know what I mean. Excuse me, do you know what's going on? This dubbing thing. The pink bag. Oh, they afraid from it. Yeah, yeah. Okay, thanks. А говорят то, что там обнаружена сумка походу со взрывчаткой, и все как бы стоят, боятся, то есть оградили территорию. А военные, вот они собственно сейчас стоят, контролируют, и видимо ожидают, когда приедут саперы. Как я понимаю, то есть вот кругом там ребята стянулись. Иерусалим это, конечно, хорошо, но теракты здесь, конечно, возможны. Очень классный трамвай, сейчас мы это посмотрим. Итак, вернулся я немножечко назад для того, чтобы, собственно, войти снова в город со стороны Львиных ворот. Такой очень знаменитый вход. И отсюда, собственно, я и начну свое сегодняшнее путешествие, прогулку, изучая старый город. Так, если я не ошибаюсь, где-то здесь будет место, где родилась Дева Мария. А, вот оно, кстати, и есть. Сразу же только вам сказал. И вот справа на него я и наткнулся. Вот, написано «Место рождения Богородицы». Собственно, это практически вот как раз-таки у самого входа находится. Самый первый дом справа. Так, ну вот, собственно, я и подошел к тому месту, где стоял дом Понтия Пилата. На самом деле Понтий Пилат, он жил как бы не здесь все время, а находился он постоянно в Кесарии. Вот. Тем не менее, сюда он приезжал по большим праздникам и, как говорят, якобы следит за порядком. Вот сейчас мы сюда войдем. Такая часовня находится. Собственно, вот мы подошли к тому месту,
откуда начинался скорбный путь Иисуса. Вот и Претория, та самая темница, где был, где содержался Иисус Христос перед распятием. Собственно, здесь как раз неподалеку виднеется дом Понтия Пилата. И отсюда его, из дома Понтия Пилата, его перевели как раз в эту темницу. Очень темно и почти ничего не видно, конечно. Слышны голоса с пещеры. Вот, собственно, и сама темница. Я как раз не пошел, как идут все люди, поэтому стиг тоже тот момент, что я смог спуститься сюда один. Что могу сказать, здесь очень влажно и очень сыро. Зато немного прохладно. Хоть полегче как бы, от жары. Тем не менее, каково здесь находиться, это, конечно, тяжело. Представьте, темно, а места вообще нет. То есть, видно, тут так, только присесть можно кое-как это. Да и все. Так, пройдя до конца улицы, то есть вот я отсюда пришел и уперся в Т-образный перекресток с такой вот старой гостиницей. Кстати, это первая гостиница Иерусалима. Принадлежит она австрийцам и по сей день. То есть она ими же была и как бы создана, и ими же она до сих пор содержится. Конечно, другими австрийцами, но австрийцами. Так, но как бы на этом месте нам надо будет повернуть налево, чтобы следовать дальше нашим маршрутам. Но, тем не менее, вот это место также известно чем? Тем, что считается, что первое падение Иисуса произошло именно здесь, когда он нес свой крест. Впервые он споткнулся и упал именно на этом месте. Перекресток известен также еще одним фактом, то, что именно здесь произошло первое падение Иисуса Христа, когда он нес свой крест. Говорят, что именно здесь он впервые увидел свою мать во время шествия с крестом. И именно это так, как сказать, ударило по нему, то есть он не выдержал ее вида, и именно в этот момент он подкосился и под тяжестью креста упал. Так, свернув налево и пройдя немного вперед, мы доходим до вот такого вот перекрестка. Скажу, здесь находится узкая дорожка, которая ведет нас направо. И кстати, эта дорожка, она очень известная тем фактом, то, что именно здесь произошла встреча Иисуса с Симоном. И говорят, что как бы было очень много разногласий по этому поводу. Кто-то считает, то, что Симону римляне приказали дальше нести крест Иисуса. Но многие, конечно, считают, то, что именно Симон, он просто подхватил Иисуса в момент его падения и дальше взял его крест и поднес сам по собственной воле, по собственному желанию. Собственно, вот в этом месте Иисус потерял силы и пошатнулся. И именно здесь он уперся рукой, как считается, и это оставило след вот в этом камне. Собственно, где-то здесь произошло третье падение креста с крестом. Я так и не смог найти метку, point, где именно это произошло. Вот вроде бы обегал все места, оглядывался, но не видел. Я, кстати, не все метки смог именно найти. Странно, то ли они как-то так были спрятаны, то ли я немножко не туда смотрел.
Ну, собственно, по идее, это было где-то вот на вот этом перекрестке. И повернув здесь направо и пройдя немножко вперед, мы находим храм Александра Невского. Собственно, здесь и завершился путешествие Иисуса с крестом. Выше показывается. Гроба Господня. Наверное, я сейчас зайду, посещу стену плача. Гроба называется, в общем, там вид как раз на мечеть. Тоже исторические места, раз уже здесь, то желательно зайти посмотреть. Там присел и опять съем вот этот непонятный фрукт. Не знаю, что это. На пути к стене плача постоянно попадаются дети местные, какие-то арабские, которые здесь живут, которые подбегают и мол, дядя, вы куда идете? Там, вы тут не пройдете, там закрыто, там все перекрыто. Вам надо как бы типа другим путем, я вам покажу. Ну и потом начинают просить деньги. Естественно, как бы
эти дети есть на любом пути, все пути открыты, ничего там не закрыто. И они просто так, типа, зарабатывают деньги, как будто бы, ну, провели вас. Вот, и за это просят потом деньги. Вы от них не отстанете, поэтому лучше сразу делать вид, что вы ни черта не понимаете. Или еще как-то отшивать их. Не запрещается никому подойти и помолиться у стены плача, вложить записку в стену, да, со своими желаниями. То есть это не ограничивает. То есть если вы христианин, то иудеи тут вам не запретят этого сделать. Тем не менее, как бы, я думаю, то, что это нехорошо с христианской точки зрения, потому что это, ну, иудейская, да, как бы, традиция. И, но если вы все же хотите подойти и это сделать, то что вам следует сделать? Здесь рядом со входом есть такой вот умывальник. И вам надо взять, включить воду, налить в кувшин воды. Сначала, то есть, допустим, взять в левую руку кувшин, налить воды, омыть правую руку с кувшина, затем чистой рукой, то есть правую, взять кувшин и омыть уже левую руку. То есть сделать такое вот омовение. И после этого, собственно, вы уже можете подходить, да, к стене плача, там молиться. Вот как раз человек делает, да? Вот. Как-то так. В общем, что касательно еще стены плача, я хотел добавить. То, что если вы хотите оставить желание, оставляйте записку, то отходить надо спиной от самой стены до выхода. Идти спиной, и тогда как бы ваше желание с большей вероятностью и быстрее исполнится, считается. Так вам никто не запретит подойти, да, к стене плача, даже если вы не иудей. Потому что я вот тоже, когда подошел, то ко мне подошел там какой-то человек, иудей, то есть все, он шапочки там, все дела. И он спрашивает, говорит: о, а вы откуда? Я говорю: ну, с Украины. Он говорит, он подходит ко мне и спрашивает: а вы откуда? С Украины? Я говорю: да. Он говорит: а вы с этими ребятами? Показывает на каких-то. Говорит: или отдельно? Ну, на английском, конечно, спрашивает. Я говорю: не, мы отдельно. Он говорит: а, я, говорит, думал, что вы вместе. Вот, говорит: вы иудей? Я говорю: нет. Он говорит: впервые здесь? Я говорю: да. Он говорит: ну, добро пожаловать. И, собственно, вот и все. Поэтому не бойтесь, если хотите подойти, то не бойтесь, вас там никто не укусит, не прогонит. Собственно, вот она, мечеть. Но к ней я снова не успел дойти, потому что время уже начало 5, и я боюсь, что перестанут ходить автобусы, и я не смогу уехать, поэтому мне пора возвращаться. Что было, конечно, очень интересно погулять по Иерусалиму, и я надеюсь, что у вас будет еще больше времени, поэтому не ленитесь, вставайте пораньше и идите, посещайте эти места. Я вот вышел через выход, который, если смотреть в сторону, стоять спиной к стене плача, то этот выход будет у вас слева. И поднялся здесь по ступенькам. И отсюда вот открывается отличный, просто прекрасный вид на Масличную гору. Вот она. Но туда я уже, к сожалению, не успею сходить, не успею посетить. Зато вот как раз началась молитва, pray time, and Moscow. Блин, как оно по-русски? Все время забываю. Теперь надо по-быстрому выбраться из старого Иерусалима. Все улочки маленькие, все просто похожи друг на друга. И я что-то пытаюсь смотреть по навигатору, но из-за того, что узкие улочки, как видно, и довольно-таки высокие стены, то навигатор периодически теряется. И вот снова, смотрите, я зашел в такую длинную арку. Здесь они практически кругом. Ну все, навигатор потерялся. Поэтому лучше не затягивать и выходить заранее. Время 16:30. В прошлый раз, когда я опоздал, то последний автобус ушел как раз таки в 16:30. 7 минут я, конечно, не успею. Я уповаю только на то, что хотя бы до 5 они тут еще ходят. Вот, кстати, снова вид на
На стену плача, там стена плача. Но я бегу прямо, потому что я опаздываю. Я очень сильно опаздываю. Значит, я уже у выхода. Мы как раз вышли в том месте, где была бомба, типа. Вот. Видимо, все убрали. Может, и не бомба, а может, бомбу обезвредили. Это надо будет уже в новостях читать. Если вы хотите прокатиться на трамвае, то билет надо покупать в специальных автоматах по продаже билетов. То есть вот они как раз стоят сбоку, сюда стоит очередь. И лучше сразу покупайте в два конца, то есть two-way ticket. То есть на два использования, потому что даже, ну вот я сейчас пока стоял в обратную очередь, пропустил уже два поезда. И как бы на этом я потерял, получается, 15 минут. Собственно, надеюсь, что все равно я это время успею наверстать и успею доехать домой без всяких там проблем. Дотронуться, иначе двери сами не откроются. Важно, чтобы загорелось зеленое. Ну что, мой автобус уехал прямо у меня перед носом. Я чуть-чуть не успел, пока бегал, выяснял, где платить. Оказывается, надо платить его у водителя. Я пытался снять материал, ко мне подбежали какие-то ребята, типа, о, круто, круто, прикольно. Но тут на самом деле такое густо и часто, и вообще за границей такое густо и часто. Так что касается автобуса, зря я так спешил, потому что, оказывается, они ходят до 7.40, ну, по крайней мере, я вижу еще даже в 7.40 автобусы, ходят они каждые 25 минут. Поэтому 25 минут тусую здесь и еду обратно. А причем это я еду в Раанану, то есть тот город, где я нахожусь. Мне удалось построить такой прямой маршрут, я сразу приезжаю в свой город, ну, там еще одна пересадочка, чтобы пешком не идти лишние пару километров. И уже как бы, собственно, доезжаю до своего места. То есть я уже не еду в Тель-Авив, минуя Тель-Авив, я еду сразу в Раанану.